Мы в Мурманской области за прошедшие сутки выявлено 35 новых случаев заболевания COVID-19. Ситуация продолжает оставаться напряженной на стройплощадке в Белокаменке. В остальных муниципалитетах роста либо нет, либо 1-2 случая за прошедшие сутки. Однако расслабляться не стоит, отметил губернатор Андрей Чибис. Несмотря на то, что в Заполярье началось ослабление режима самоизоляции, уже открылись парикмахерские и салоны красоты. Дальнейшие ограничения будут снимать поэтапно, ориентируясь на текущую ситуацию с заболеваемостью. Причем развитие событий зависит от самих северян. Я обращаюсь ко всем жителям Мурманской области, вот, постараться сделать так, чтобы праздничные дни, праздник Великой Победы как раз не спровоцировал рост заболеваний. И вот постараться в эти дни все-таки максимально ограничить себя в контактах и использовать эти возможности для того, чтобы сохранить вот ту, наше здоровье, здоровье близких и вот не допустить всплеска заболеваний. Напомним, что Роспотребнадзор подготовил рекомендации для регионов по снятию ограничений с 12 мая. На первом этапе предполагается разрешить занятия спортом на открытом воздухе, прогулки с детьми и работу сферы услуг. Далее будут постепенно открываться школы и детские сады, торговые центры и парки. Но в любом случае, подчеркнул Андрей Чибис, речь не идет о моментальной отмене всех запретов. Процесс займет определенное время.